Всем огромный привет. Время где-то 3:30 утра. И я качу на рыбалочку. Вот. На Куйбышевское водохранилище. На большую воду. Так как там попёр карась. Практически везде сейчас он клюет. Но решил выгонять сюда. Давно тут не был. Как обычно. Самое интересное, такое прям все сливочки. Вы увидите. Так что, ребятки, погнали. Рыбалка начинается. Раскладываюсь, два фидера взял. Сейчас будем рыбачить. У меня сегодня будет одна оснастка фидерная, другая доночная. Сегодня Дунаев прикормка. Так, 90 грамм кормушка. Водочницу купил себе. Вот такую. Немножко доработал. Что оно больше для удочки, я так понял. Но, в принципе, норм. Даже не увидел, как клюет, блин. Да, вот. Уж на верхний крючок. Поэтому такая. Так. Это уже большой. Опарыша. Пока один. Прям подтяжка, блин. На меня идет.
На опарика лучше клюет. Да? Ага. Вторая поклевка подряд вот на опарыша. Вот эту кормушку поставил 110. Ну, более-менее держать стало, блин. 100 плюс. Тут уже... И в кусты, блин. Куда? Хороший. Вообще прямо карась. Это на червя взял. О, кайф. Вот такой, блин. Дурной такой. Да. Такой хорошенький. На опарыша однозначно лучше клюет. Ну да.
хороший тоже. И этот клюет, и тот клюет. Красный добавляет это. Да мне кажется, им пофигу. Им пофигу, да. Цвет особо не различает. Тут клюет тоже. Да, сидит все-таки. Который клюнул, все-таки сидит. Ничего себе, куняра. Клюнул как карась, блин. Смотри, какой хороший петушок такой. Такой. Карасяна, карасяна. Будет как. Хорош, карась. Щемин бомба просто. Лапать, блин. Классно. Thank you.
одно за одной. Что-то хорошее. Так, идем уже за уловом. Все, я уже перешел на сам берег. А? Давай, пойдем. Весим, друзья. Все, завешиваем. 9,5 там, я думаю, где-то. 9700, ёпрсоты. Классно. Вот это рыбалочка. Вот такие вот карасики. 4. 19, 25 карасей и несколько сорожек и окуняр вот такой хорошенький. Так вот, плывите, друзья, плывите. Ну что ж, ребятки, вот и закончилась эта божественная, офигенная рыбалка. В этом году она, наверное, самая лучшая у меня на фидер. Если честно, даже устал, руки болят, рыбу таскал, видели, да, по-моему, сколько я там говорил. 25 карасей плюс по мелочи, итого 10 килограмм. Карасиков мелких отпустил потом, тоже вы видели это. Вот такая рыбалка получилась, просто шикарная. В принципе, получается, клевала и на фидерную оснастку, и на донную оснастку, плюс-минус одинаково. Клевала 80% где-то поклевок на опарыша. Два раза замешивал прикормку, уже и опарики заканчивались. Последних рыбок ловил где-то в 10 часу, уже где-то 8:30, в 10, уже без прикорма. Просто кидал, грузил, в принципе, клевала тоже, но похуже. И клев уже к 10 часам начал стихать. Да и куда уже больше. На этом, друзья, все. Ходите на рыбалку. Спасибо, друзья, за просмотр. Всем отличных уловов. До новых встреч.